естественно. Но все-таки Карабах, подождите, там идет война, и христиан подождите. Никто не защищает. А, Томаш, давайте Карабах так, Томаш, помочь. Карабах послушайте, это Армения. Подождите, вот, но... подождите, я, надеюсь, я вам про православие, поможет. А вы мне про Карабах, Армению. Да, про христиан. Армения это христианская страна, и надо помогать но христиан. Не совсем, скажем, так, как вы представляете ее православие. Да, совсем не православие.